Не-не-не. Короче, решил я сегодня выехать и поснимать что-то такое осеннее. Например, ну, в парк заехать и позаписывать, как... Ёптвену. Как хрустят осенние листики под колесиками. Что-нибудь такое романтичное. Но тут я выехал, блин, на Садовое, тут сразу пробка ебучая, блин, на все кольцо, и не смог удержаться. В конце концов, кому нужны эти сраные листики, когда есть такие-то пробки? А, там красный, 70 секунд, отвратительно. Вот, в конце концов, не только листики становятся красивее, пробки тоже становятся жирнее. А, я не знаю механизма, почему так происходит. Вероятно, потому что жопу морозить по пути от дома к метро теперь слишком холодно. И вот все достают машины, которые все это время ржавели, стоя во дворах. Вот. Москвичи покупают машины, чтобы они во дворе стояли, да. Причем даже зимой на половине вырастает вот такой вот сугроб из снега. То есть даже зимой на них никто не ездит. Ну, каждый развлекается как умеет. И, кстати, насчет развлечений. Я тут кручивал себя спокойно во втором ряду. А перед развилкой, вообще-то во втором ряду вкручивать было мало. Там я мешался тем, кто поворачивал направо. Да блин. Кто поворачивал направо. Ладно, надо было вкручивать на самом деле в третьем. Ну да, не всегда я принимаю наиболее рациональные решения на дороге. Так вот, одной девушке я помешал. Она что-то сигналила мне. Потом обогнала. И через 20 метров она просто встала. Ну, в пробку, естественно. Вот. Естественно, я к ней вульгарненько так подкатил. Говорю, здравствуйте, рассказывайте. Вот. Она сидит в машине и так экспрессивно показывает мне то вперед, то куда-то направо. И... И что-то там кричит, такая экспрессия на лице. Красивая, кстати. Вот. А я ни хера не слушаю, вообще ни хера, потому что, ну, стекла не опустила. Вот. Давай с ней укривляться поперек дороги. Тоже кричу. Ну, что там, и тоже руками показываю. Вперед, направо. Она мне опять вот это вот толдонит. Вот. Стоим, как два дурака. А я еще встал на соседней полосе с ней. И сзади меня маленькая такая пробочка образовалась. Вот, потому что я движение перекрываю. Ничего интересного, никто даже не посигналил. Все ждали контента какого-то. В конце концов, не только мне на дороге бывает скучно. Вот. В общем, стекло она так и не опустила, чтобы поговорить нормально. Я плюнул и уехал дальше. Вот. Обогнул ее слева, поехал вперед. Вот, она так и осталась стоять там на съезде, на самотечной эстакаде. Вот. И за те 10 минут, пока я сюда ехал, это все веселые истории, так что не серчайте. Не, ну, блядь, ну я не знаю. Посмотрите, пожалуйста, продолжительность этого ролика. Если продолжительность 40 минут, то значит, как бы это сказать, автомобилисты сомкнули Садовое кольцо, и нет вообще ни одного участка, на котором можно было нормально проехать. Потому что, ребят, впереди никаких... Ни дорожных работ, ни аварий, ничего нету, ни перекрытия. Это вот просто оно так едет, блядь. Хули, 8 полос недостаточно.
Кстати, я немного проебал за это время скилл ручной настройки экспозиции. Если вам темно или светло, то не серчайте. Здесь, блядь, заходящее солнце светит прям ебальник. Вот. Сделайте вид, что смотрите какого-нибудь очень утонченного арт-пидораса, который вот не может, чтобы все было не засвечено. Блин, опасный чувак. Да, надо отдать должное, что тот факт, что я до сих пор не жив, этим я обязан во многом таки аккуратным и спокойным московским водятам. Вот. Да. Ну как, в основной своей массе. Просто если бы такие мудаки, таких мудаков было бы 90%, я бы уже, наверное, где-нибудь отъехал. А так нет. Все довольно предсказуемо. Вот. Но когда среди них попадается какой-нибудь детенок гор, это сразу видно. Ну и я уже много раз шутил по этому поводу, что самые опасные автомобили их красят желтый цвет, чтобы издалека было видно. Не волнуйтесь, они далеко не уедут. Вообще одна забавная штука, которую я выведал, когда работал со звуком с моих покатушек. А тормоза, они очень характерны, автомобильные тормоза, они очень характерно скрипят на очень высоких частотах. Некоторые даже за 16 кГц, то есть за пределами слышимости взрослого человека. Вот. А это все видно очень прикольно на спектрограмме. Вот. Но кроме того, это можно услышать очень легко, если просто прислушаться. Обычно мы такие звуки игнорируем, непонятно почему. Вот. И так как определялка, тормозит автомобиль или нет, визуальная, она работает черти как, то таким образом можно предугадывать торможение потока. Почти как летучая мышь. Эй, ребят, вы чё так разогнались? Вы чё? Глядите, блин, обгоняют даже. Вообще капец, они едут.
Так, именем Нидерландского короля остановитесь. Вот так-то лучше. Блин, езда в правом ряду, конечно, не такая эффектная, но зато мы всех обогнали. Едемте, ребят, едемте. Ножницы. Ой, меня увидели, офигеть. Места рядом с машинами. Так, мне вообще-то разгон набрать. А то горка. Хотя что-то я всю осень не катался. Селищу в ногах много. Так, все, приехали.
Ну, должен сказать, что здесь не так тесно, как мне хотелось бы. Лично я во всем виню светофоры. В том, что есть участки, где можно проехать на автомобиле. Вот. Если бы не было, тут все бы стояло одной большой колбасой. Ну, я так думаю, я дурак. Тесновато. У меня, если что, навык удержания равновесия отвратительный, поэтому в тесные междурядья я не очень люблю проникать. Поехали. Поехали, едемте. Прости. Мотобаты. Простите, сопли лезут. Осень, блядь. Холод. Так, здрасте, 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 девушка. Так, что это такое? Все колодцы закрыты, что ли? Офигеть! Слава Собакину! Так, все, влево, влево, влево. Еще левее. Вон там хорошее окошко. Влево.
Ой, блядь. Так вот дашь меня занесло. Здрасте, здрасте. Здесь длинный подъем, и я устал.
это было отвратительно. Должен сказать, что в 5 часов вечера на Садовом есть небольшие участки, где можно ехать с крейсерской скоростью на автомобиле. Но весьма небольшие. На велосипеде по-прежнему удобнее. Вот. Надо только знаки поменять, что это велодорожка, и будет вот все как надо. Блин, какие красивые ножницы. Туда ныряют, сюда ныряют. Жалко, у меня камера широкоугольная, потому что на длиннофокусной было бы красивее. Потому что они на этой, на всей длине разделительные полосы вот так делают. Ну что, мне лезть в четвертый ряд, потому что, ну, это невозможно, это опасно. Ну, сами видите. Я еду между вторым и третьим, и, ну, пиздец. Ну, вот посмотрите, ну, вот что это. Надо лезть в четвертый ряд, да. Судя по количеству гудков, которые я получил себе в задницу, причем, скорее всего, заслушано, это было не очень безопасно. Не, ну я, конечно, могу переключиться вниз, но сейчас у меня для этого слишком много дури. Ай, давай, Галич! Все, заехал. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Раз, два, три, четыре, пять. На шестой забрался.
Чего-то я в хорошей форме. Не, у меня реально все наоборот. Долго не ездишь, кручиваешь хорошо. Много ездишь, кручиваешь плохо. У настоящих спортсменов, которых тренеры там вся эта хуйня, наверняка есть объяснение. А в рот ебал весь этот ваш спорт. Мне есть чем еще в жизни заняться. Так. Забавные у меня ощущения в области заднего колеса. Такое ощущение, что откручивание стоя, оно дропаут так двигается. Странно, я же вроде нормально все закрутил. Надо провести инспекцию дома. Так, блять, а в чем смысл этих знаков? Нихуя непонятно. Ага, типа выделенная полоса. А знаки поставили, тьфу, эти разделительные хуёвины пластмассовые. Потому что перекрашивали и забыли убрать. Такое ощущение, что я сделал это для того, чтобы максимум всех раздражать, особенно того черного джипа. Надо следить за своим бессознательным. Это еще учудит. Так. Ну вот и все. Мы проехали полный круг. Те, кто это все посмотрел, ебать, вам делать нечего. Как видим, пробка все еще не рассосалась. Видите, это как река. То есть пробка та же, а машины другие. Здрасте. А, это из-за вас все садовое стоит. Понятно. Солнце зашло, ох, и проебался я, наверное, с экспозицией, но сами видите,
Остановиться вообще времени не было. Светофор. Буду я там ждать, когда все поедут. Еще чего. А, вот здесь, окажется, ролик начал. Ну да. Проехал на красный, а всем поебать. Там сколько? 103, ебаный урод. А, не-не-не, это я слепой. Сорян, там зеленый. Зеленый! Зеленый! Ой, все едут, едут. Поперек едут, и вдоль едут, и, блядь, а где мне проехать? Ёбаный в рот, да вы специально так, что ли? Кто вас учил в Тетрис играть? Ролик не закончился, и мы сейчас идем на второй круг. Ой, блядь. Я прошмыгнул под слепой зоной КамАЗа. Блин, я могу так целый день ездить. Просто кошмар. Это самый обычный будний день. Ни ремонтов, ни перекрытий, ни репетиций парадов, ничего. Ни техногенных катастроф. Господи. Не президент США, кто у них там теперь? В Москву не приезжает. Просто, блядь, обычный день в Москве. Ко-ко-ко, современный вид транспорта. Да я в рот ебал. Не, ну что это, блядь, такое? Я сделал полный круг на лесопеде, блядь. Я приехал туда же, откуда выехал, блядь. Ничего не поменялось. Сколько мне еще кругов надо сделать, чтобы, блядь, здесь что-то рассосалось? До ночи укручивать, что ли? У меня аккумуляторов нету столько. А сейчас камера сядет и выключится, и все. Блядь.
разрешаю распускать слухи, что я ездил здесь еще 4 часа. Пока не упал и не умер от усталости. Здрасте. Не, ну а что, можно долго так кручивать? Потому что на самом деле кручиваешь-то немного, только на отдельных участках. Но все остальное время едешь накатом. И самое, что устает, это кончики пальцев, тормоза держащие. Как же ты хуёво едешь? Я тебе. Все, мне надоело, я доезжаю до лавочки и останавливаюсь. Блять, лавочки снова запрещены. Не, на них написано окрашено. Нормально.